Добрый день, уважаемые родители. Продолжаем разговор о массаже и гимнастике для ребенка первого года жизни. И сейчас мы поговорим о совсем маленьких детях, где-то с месяца начиная. Мы можем работать с ребенком, именно работать, потому что это требует от вас, ну, скажем так, временных затрат, определенных усилий и так далее. Но поверьте, что результаты не замедлят сказаться. Значит, где-то примерно до 2 месяцев малыш очень много спит. Ну, практически сон продолжается. Все свободное от еды время, иногда даже во время еды он спит. Так что, казалось бы, упражнений в этот период делать очень сложно, но тем не менее, даже во время сна, можно, это время сна, вернее, можно использовать для правильности, правильных упражнений для развития мышечной системы ребенка. Где-то уже вот в месяц ребенок еще слаб, вот, но он начинает реагировать на голос матери, он как бы так пытается поймать взглядом то, что мать говорит. И это можно использовать для, как осуществление сигналов, вернее, реакции на сигналы, на положительные эмоции. То есть, разговаривая с ребенком, общаясь с ним, вы вызываете у него положительные эмоции, и эта вот реакция очень полезно для нервной системы. То есть, на самом деле, чем больше ласково и спокойно вы разговариваете с ребенком, тем устойчивее и более спокойно будет его нервная система. Это своего рода тоже упражнение и необходимая манипуляция. Значит, с месяца вы можете начинать делать определенные массажные движения. Мы об этом говорили. Значит, начиная с ног, вы осуществляете поглаживание. Когда ребенок лежит на спине, вы берете каждую ногу и осуществляете поглаживающее движение. Да, их есть 2 вида. Движение по поверхности задней, боковой, с 2 сторон, передней. Вот, и вы ведете от стопы к бедру, да, поглаживающее движение. Работать можно со всей поверхностью ноги, за исключением коленной чашечки. Коленную чашечку вы обходите. Ваши движения идут плавно, чуть-чуть надавливая от стопы к бедру. Иногда можно осуществлять движение как бы обхватывающее, то есть вы обхватываете ножку и ведете, когда вы проходите коленную чашечку, вы, да, совершаете как бы переход через нее, не трогая, потому что связки коленной чашечки еще очень слабые, и при каком-то случайном, некорректном надавливании вы можете ее сдвинуть. Возникнут проблемы, потом придется справлять. Поэтому коленную чашечку вы не трогайте. Поглаживание, так и упражнение, влияет на мышцы и связки ноги, развивает их, улучшает кровоток, улучшает отток, то есть лимфа и кровоснабжение, оно стимулирует развитие мышечной системы.
значит, процедуру повторяете по 5 раз на каждой ноге. 5 раз на одной, 5 раз на другой. Еще раз, очень важно движение от стопы к бедру. От стопы к бедру проводите, да, вот такими, может быть, движениями обхватывающими, чуть-чуть надавливая, да, плавно надавливая до 5 раз, начиная с 1-2 раз каждый день, увеличивая по разу. То есть практически это делается так: как только вы ребенка перепеленовываете или как только вы его кладете на пеленальный столик по каким-то причинам, желательно, чтобы он был голенький. С одной стороны, это же вариант закаливания, с другой стороны, это вариант воздействия окружающей среды на кожу, то есть стимуляция кожных рецепторов очень хорошо влияет на нервную систему ребенка, на его эмоциональный фон. Значит, и несколько, да, секунд вы осуществляете массажное движение на руках. Идем дальше. Следующее упражнение, следующее массажное движение, это массаж стоп. Значит, левой рукой вы обхватываете голень ребенка, стопа перед вами, да, значит, голень, да, колено вы не трогаете. Значит, опору для стопы, два пальца правой руки подкладываете под стопу, да, пятка у вас лежит на пальцах, и круговыми движениями большого пальца вы ведете таким образом, чтобы как бы рисуете на стопе восьмерку от мизинца, да, к внутренней поверхности пятки и от наружной поверхности пятки к большому пальцу, да, восьмерку рисуете, вот. Ведете еще раз, двумя пальцами вы придерживаете стопу, и дальше вы делаете восьмерку, надавливая по 5 раз на одной стопе, по 5 раз на другой стопе. Значит, кроме всего прочего, вы делаете упражнение для стоп. Это упражнение дает возможность полноценного развития аппарата стопы, что необходимо для нормальной ходьбы, и связочного аппарата, голеностопного сустава. Значит, левой рукой поддерживаете голень, да, нога в полусогнутом состоянии, вы ее держите. Значит, у основания пальцев большого пальца, своим большим пальцем нажимаете на основание пальцев, да, вот под пальчиками у малыша нажимаете, соответственно, стопа сгибается, дальше разгибается сама. Опять нажали, ребенок сгибает стопу, вот, рефлекторно. Иногда бывает, что он растопыривает пальцы, особенно это у маленьких детей рефлекторно происходит. Вот. Ничего в этом страшного нет. Если повышен тонус, это плохо, чуть-чуть сдвиньте свой палец до основания большого пальца ребенка и нажмите здесь. Чисто рефлекторно стопа расслабится и будет сгибаться. Значит, соответственно, нажали и проводите большим пальцем от пальцев к пятке. И, соответственно, рефлекторно стопа вернется на свое место. Еще раз повторяю. Нажали и провели. У нас получилось движение сгиба и разгиба. Да, таким образом, массажные движения вы делаете восьмерку, рисуете, и упражнения на разгиб и разгиб стопы, нажали, провели, нажали, провели. И такое движение вы тоже делаете, начиная с 1 раза,
и делаете до 5 раз. Кроме этого, рефлекторно мы с вами делаем еще одно упражнение на стопу. Это так называемая ходьба. Значит, берем малыша за подмышки, удерживаем, ставим его на твердую поверхность, да, даже новорожденного, неважно, вы его держите, вот, ставите на твердую поверхность, при этом старайтесь, маленькие дети встают на цыпочки, ничего пока страшного нет, если это ребенок до 4 месяцев встает на цыпочки, это вариант нормы может быть, вот, постарайтесь опустить его на пятки, чтобы он встал полностью на стопу. И дальше он начинает перебирать ногами, чисто рефлекторно он начинает идти. Ваша задача удержать его и дать возможность походить. Да, при этом держась несколько раз, потом через несколько секунд он подогнет ноги и повиснет. Тогда вы его кладете, даете возможность отдохнуть и повторяете это упражнение, начиная с одного раза до 5 раз. Причем очень важно следить за тем, чтобы он опирался то на одну, то на другую ногу, а не прыгал вот так, да, то есть он должен ходить. Если вы чуть-чуть должны ему немножко помочь, двигая его вперед, держа за подмышки. Крепко держа, фиксируя этот момент. Значит, на следующих наших встречах мы пойдем дальше. Я вам покажу, как работать с руками, с позвоночником, с другими частями тела. И объясню, для чего это необходимо. А пока я с вами прощаюсь. До новых встреч и берегите себя.